сейчас задам что-нибудь, придумаю. А был ли ты когда-нибудь на волоске от смерти? Это что была за ситуация, если был? Мне 19 лет. 19. Ой, сегодня устала, надеюсь, я лягу спать. Очень легко лягу спать, быстро усну. Ну, я сейчас еще чай попью. Еще минуточек 20 сижу и улепетываю от сель. Вы не помните, сколько я вела эфир сегодня? А, конечно, не помните. На минут 30. А сейчас я веду эфир 2 часа 11 минут. То есть еще мне час... Ой, еще мне минут 20 посидеть, и замечательно будет. Дэвид, жду твоего ответика. Чем мне больше никто написать не хочет? I love Я написала сообщение, не прошло, значит. А ну да, ну ты не пиши просто такие слова плохие. Выиграла. Где выиграла я? Я нигде не выиграла. Так, я слушаю твою историю. И пойду, наверное, мне. А, хотя нет, мы можем еще позадавать друг другу вопросики немножко. Просто мне никто не пишет что-то. С собой любуешься? Да нет, я жду просто сообщения. На английском не хочу даже переводить. Устали. Сейчас усну в трансляции, и меня забанят. Только такой красивой девушке, что замуж не уйти, как примерно немножко мне понравился. Классно. Машина чуть не переехала. Ты так долго это писал? Да, машина. А я сейчас расскажу свою историю. Веришь в приметы? Нет, не верю. Первый раз, короче, в детстве я была масенькой-масенькой и купалась на шине от колес. Вот. И, короче, мама говорит, буквально на секунду отвернулась, потом поворачивается, а я уже в воде головой, а ноги торчат. И только голова в воде. Я по-другому писала. А, понятно. И вот я даже помню, до сих пор мне было годика 3, а я до сих пор помню эту муть в воде,
как я нахлебалась чего-то. И помню, как мама брала меня на руки, испуганная. Вот тогда чуть не сдохла. Потом, что еще было? А, ну ничего такого вроде не было, не припоминаю. А, ну да, ничего не помню больше. Какие еще вопросики у нас есть? А, вспомнил, чуть не унесло. Ой, вода — это очень опасно и страшно. На самом-то деле. А, еще вспомнила. Мне один раз булыжник скинули с высоты огромной на голову. И у меня тут теперь вмятина есть. И у меня очень повреждена была кожа головы, но слава богу, все нормально было. И я не пошла в травмпункт, потому что боялась, что меня мама пугает. Здравствуйте. Красивое имя у тебя, да, вот такое. Еще сижу 12 минуточек. Блин, сегодня я нормально посидела, прям так неплохо. 3 часа, в общем. Обычно намного меньше сижу. Сейчас пойду умоюсь, покушаю. Ой, не покушаю, выпью чай, потому что у бабушки я напилась. Что-то никогда не умела делать хорошо. Сейчас скажу. Ну, я особо никак, хотя нет. Сейчас я подумаю, ребят, я просто все, что я начинаю делать, у меня всегда очень быстро получается прекрасно. Что у меня никогда не получалось? Не знаю. Учиться. Если это считается, никогда не любила учиться, вот в школе. Никогда у меня не получалось прям хорошо учиться. Есть одна ведущая, тоже куколку показывает. Интересно. Так у меня все всегда вроде бы получается. Кто любил? Ну... У кого-то получалось учиться, а вот у меня вообще не получалось. А так все могу. Ну да, не помню ничего больше, что я не могу делать. Ой, устала, ребята, вы мне еще сообщеньки не пишете. Дэвид со мной просто от начала до конца. Кто самый скромный человек, которого ты знаешь? Подруга у меня есть. Алина. Она очень скромная, безумно, очень стеснительная, такая скромняшка. Да, наверное, она. Но... Иногда она бывает оторвой, ой-ой. Как ты вопросы эти сочиняешь? Ты не устал? Сижу еще 10 минуточек, моя хорошенькая, так что поддерживай меня. Только не говори, что не говорить. Блин, вот у меня было так, что я как-то сидела на трансляции и говорила... Ты про кого сказала? Что про кого сказала?
Было у меня такое, что когда сидела на трансляции и говорила, блин, ладно, подожду еще чудо немножко, вдруг будет. Короче, заходит человек, говорит, чудо ждешь, да? Я говорю, да. И кидает мне